Инструмент. И что-нибудь пели? Ну да, да, я думаю. Мне тоже кажется, что можно, давай, да? Да, можно. Давай. Можем прерваться, а потом... Не надо прерываться. На самом деле, потом. Все довольно свободно. Спойте, можно, а потом уже... можно же, как бы, человек если мы начали петь, это не значит, что нельзя задавать вопросов по поводу... Да, пока мы берем гитару, можете да. Еще спрашивать. Да. Кстати, я хочу сказать, у нас пауза возникла. Я эпиграфом для этой книги взял выражение Кеннета Тайнена, известного и драматурга, и литературоведа. Он сказал так: роман – это неподвижное целое, через которое нужно пройти. А пьеса – это подвижное целое, которое проходит через вас. Я думаю, что мы Владимиру Александровичу сейчас тоже дадим слово. Обязательно. Я скажу буквально пару фраз. Да. Как вы на эти стулья забираетесь? Я не знаю. Не надо, не залезай. Нет, не надо. Лер, ты будешь стоять? Да. Угу. Я вообще вот твою вот эту песню не могу исполнять сидя. Потому что у меня очень много эмоций. И... Я как-то место меняется. А может быть шторочку еще? Королевская.